Много лет тому назад на Южном Урале возникла «Магнитка». Она стала точкой притяжения для мастеров информационной безопасности со всей России. Это было только начало. Вызовы и угрозы цифровой устойчивости страны множились. Их предстояло встречать лицом к лицу, без права на ошибку. Тогда «Магнитка» приобрела новый смысл – стала местом состязаний среди сильнейших. Это борьба без побежденных. Каждый приобретает бесценный опыт, учится у оппонентов. Честное соперничество развивает и расширяет кругозор, а взаимная поддержка связывает людей и укрепляет доверие. Стремление победить, командный дух, стратегическое мышление одинаково важны и в спортивных состязаниях, и в борьбе с цифровыми угрозами. Поэтому на «Магнитке» кибербезопасность и спорт – это две стороны одной медали. Легендарная «Магнитка» собирает лучших специалистов. От нас зависит дальнейшая судьба легенды и наполняющие ее смыслы. Наша общая цель – цифровая устойчивость России. Поэтому все мы – одна команда. И вместе мы достигнем новых рекордов. «Магнитка-2024». Вместе киберустойчивости.